Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не могу забыть парня, я очень быстро привязываюсь. Когда парень меня игнорирует, когда парню нравится, он мне нет. Мне он сказал, что ему нравятся простые девочки, я все время жаловалась ему. У меня никогда не было отношений. Такой вопрос. А в чем ваш вопрос? Аноним. Какой вопрос вы задаете? Какую проблему хотите решить? Вот. А у вас здесь страх близости, очевидно. Вы, очевидно, боитесь, ну, как-то сближаться с мужчинами. Вот, это проблематика личных границ, это проблематика самооценки, это проблематика вашей потребности, то есть, вот, есть такая... причинно, скажем так, причинно-следственная связь между тем, что человек, вот он, как бы, ну, пытается, да, доказать что-то, вот, он пытается как-то вот что-то, ну, подтвердить, вот, а за счет такой вот модельки поведения своей, вот, он пытается таким образом вот, что-то, ну, что-то показать, вот, за счет того, что ему не нравятся люди, которым нравится он. Вот. Понимаете, да? Поэтому здесь вот вам очень важно, на мой взгляд, увидеть в первую очередь, что происходит, ну, что происходит внутри вас. Вот. Увидеть свои потребности, которые у вас есть. Увидеть свои, ну, свои конфликты, которые у вас есть, свои противоречия, которые имеют место быть, опять же. Вот. И уже уже тогда, я думаю, можно будет вот посмотреть на то, что вам можно было бы с этим сделать. Вот. То есть лучше поняв, лучше понимая то, что происходит с вами, вы сможете куда более лучше выстраивать отношения с мужчинами. Вот. То есть сейчас, на данный момент, то, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, это не про, собственно, выстраивание отношений с ними. А это сейчас история про реализацию своих потребностей, которые у вас есть. Вот. И это про какую-то вот, ну, цель. Про желание такое, потребность такую, обрести какое-то состояние вместе с, ну, вместе с человеком, да? То есть вот я сейчас буду э,
Сейчас я буду с ним и смогу что-то для себя реализовать, что-то для себя получить. Вот. Примерно такая история, примерно такая стратегия поведенческая у вас, скорее всего, имеет место быть. Вот, ну, в этом смысле ничего хорошего из этого не получится, потому что, как бы, ну, извините, да, но вот отношения, они выстраиваются немножко по, ну, по-другому. Вот. По-другому аспекту, по-другому ключу, так скажем. Вот. И если вы хотите, если вы пытаетесь в этом для себя что-то реализовать, да, вот, то чаще всего вы как раз таки вот наталкиваетесь на серьезные проблемы. Да, ну, достаточно. Достаточно серьезные проблемы. Вот. Которые получается разрешить только за счет жалоб к, ну, к сожалению. Вот. И это, ну, нормально. То есть в самих жалобах, да, такого вот ничего плохого нет. Хоть вы себя и вините за это сейчас. Но в самих жалобах нет ничего. Ничего постыдного, ничего ужасного. Вот. Если вы испытываете какую-то потребность. Вот. А вы ее, как мы можем видеть, испытываете. Вот. Как мы можем видеть, вы находитесь в состоянии дефицита. И, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам решить вот эти проблемы. Вопрос только в том заключается, готовы ли вы, хотите ли вы этим заниматься. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью,
вам она пригодится. Вот. Всего вам самого хорошего. И можно, пожалуй, сказать, что вы большая молодец, что обратились за помощью, то есть, вот, что, ну, как-то решили попросить этой помощи. Вот, я думаю, что это было нелегко для вас, но, тем не менее, вы это сделали, и я думаю, что вы большая молодец. Вот, поэтому, скорее всего, если прямо сейчас вы за помощью обратитесь, да, то есть если вы вот начнете над собой работать, то я думаю, что все будет хорошо. Вот, и проблем станет гораздо меньше. Вот, все, что нужно, это как бы вот, ну, рискнуть. Рискнуть начать что-то делать, да, то есть рискнуть начать, ну, консультироваться, вот, и все будет в порядке. Удачи вам, всего самого доброго.